Этот осенний час я встречаю зрителей вас. Сегодня со мной снимается Богдан. Артурка. И в общем, и мы решили снять вас видео под названием «Фото охотно товарища Тихого». Недавно я у себя в телеграм-канале объявил о том, что я хочу необычное видео снять. И вот это необычное видео. Но, к сожалению, людей пришло мало. В общем, если этим видео наберется 30 лайков, то снимем вторую часть, там где будет побольше людей. Ребята, я вас верю. И мы начинаем. Сейчас начнется первый раунд. Называется он адаптация. В общем, правила. Участники просто должны будут меня фоткать и все. В общем, итоги первого раунда. 29 баллов. А теперь второй раунд. Называется «Наверху». Я должен буду вот там быть, находиться, ходить, а участники должны будут просто, как его там, сфоткать меня. И мы начинаем. Это раунд начался. Это хорошая попытка. Они продолжают пытаются меня фоткать. Да, конечно, неожиданно. Ну все, раунд кончился. Итоги. В общем, во втором раунде 64 балла. Неожиданно. Да, я знаю. Вот два участника. Так, третий раунд. Задом наперед. То есть вот так идти и фоткать, пытаться вот так. Все, раунд начался. Попытайтесь-ка сейчас меня сфоткать. Я знаю. Вот именно поэтому я вам и дал 3 минуты. В общем, за весь третий раунд всего баллов там не видно было, но скажи сам число. 35 баллов. Баллов. Вот, потому что были некоторые фотографии, которые считались как фотографии. Например, вот этот. Например, вот такого кадра, где тебя вообще не видно. Да. Мало людей, но я вам напоминаю, если будет 30 лайков, то мы снимем вторую часть, там не будет много людей, я вам обещаю. Ну а теперь четвертый раунд. С фоткой через самокат. В общем, на самокатах они должны будут меня фоткать. Итоги вести. За четвертый раунд. Всего 31 фотография, значит 31 балл. Остается последний раунд, который называется 30 секунд. Думаю, тут и так понятно. Сейчас начнем. Что? Блин. Походу прошло уже. Пацаны! Помоги! О, что это?